Президент Арцаха встретился с группой родственников военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны. Алиев выразил послу Индии недовольство военным сотрудничеством с Арменией. Соединенные Штаты продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией, заявил Джо Байден. Патриарх Кирилл вновь заявил о готовности к посредничеству между религиозными лидерами Армении и Азербайджана. Китай, Киргизстан и Узбекистан построят дорогу в обход России. Глава Европейского совета заявил об усилении помощи ЕС Киеву за счет коалиции по истребителям. Владимир Зеленский прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите группы семи. Лидеры группы семи заявили, что готовы строить отношения с Китаем. В Испании во время показательного полета разбился истребитель F-18.